Всем привет из Турции, Аланья, 9 марта. Сегодня курсы покупки валют в обменках, в частности рубль, больше всего всех интересует. Так, рубль 0,00750, 0,00750, то 13,40 доллар и 15,00 евро. 13,40 доллар, официальный курс доллара, если я не ошибаюсь, где-то 14, то ли 14,40, но можете загуглить официальный курс. Научись тот факт, что в обменке, здесь, в этих обменках, он ниже, чем в банках, и, конечно, ниже, чем официальный курс. Вот еще одна. Смотрите, а здесь рубль 0,5. То есть там 7,5, да, здесь получается 0,5. Доллар такой же 13,40, евро 15,00 тоже. Давайте еще для объективности картины еще одну обменку сейчас посмотрим. Мы в самом центре находимся, в Алании. Сейчас посмотрим еще одну. Конечно, разница 5,750, разница наполовину, но, видимо... Итак, в этой обменочке у нас... Ну, видите, они рядом друг с другом, хотя если куда-то дальше отойти, там, я думаю, что сильно отличаться не будет. Здесь тоже 13,40 одинаково, везде покупка доллара, 15 покупка евро и 0,05, да, рубль. Вот такие вот курсы сегодня. 9 марта, сегодня напоминаю. Привет всем из Турции. Мира всем, здоровья, добра.